Привет всем! Вы на канале Нестандартные обзоры. У нас каждую неделю выходят новые видео, особенно по субботам и воскресеньям, поэтому попрошу вас подписаться на мой канал, если тематика вам интересна. Это обзоры распаковки в основном смартфонов и такие интересные видео про китайские онлайн-магазины и про партнерские сети, партнерские системы. Учимся выбирать правильный смартфон, учимся делать выгодные покупки, учимся добивать купоны, скидочные купоны. Итак, на этот вопрос, как получить бесконечное число или безлимитное количество купонов от онлайн-магазинов. Итак, я это покажу на примере онлайн-магазина GearBest. Опять пару слов об этом магазине. Этот магазин мне очень нравится. Я очень часто делаю здесь покупки. И тут очень интересная бонусная программа. Вот, смотрите, у меня $8.36. Когда я делаю покупку, я могу уменьшить цену, используя мои поинты. А поинты я получаю тогда, когда делаю покупки или пишу к ним, к моим купленным товарам, обзоры, добавляя фото и видео, чтобы получить большое количество бонусов. Итак, этот магазин для подписки дает $50 купонов, но не сразу $50, а по 10 купонов на каждый по $5. То есть вы получите 10 купонов на сумму $5 от заказов от $50. То есть если вы делите заказ на больше $50, вы можете использовать ваш купон. Этот купон дается всем, эти купоны, которые подписываются на рассылки. Вот сейчас я пробую найти. Информационный бюллетень. Ну, в общем, когда вы подписываетесь на рассылку магазина GearBest, вам дается купон 10 купонов по $5. Ну, это когда один раз уже подписались, вы больше не можете отписаться и подписаться снова. Но для этого что вам нужно делать? Сначала нужно зарегистрировать себе почтовый ящик. Это очень легко. Два клика, не буду детально объяснять. И после этого у вас есть уже email, адрес email, который нет в системе GearBest. Не зарегистрирован там. И вот еще. Также вы должны сначала подписаться на их рассылку, потом зарегистрироваться. Вам на email придет письмо о том, что вы подписались на их рассылку, и вам начисляются купоны. Вот сейчас уже ваш IP, да? Ваш IP тут есть у них. Смотрите, я захожу в магазин. Тут должно открываться окошко. Типа подписывайтесь на нашу рассылку, получите купоны, но сейчас это окошко не открывается. Я это показываю на примере GearBest, ну там, к примеру, если не ошибаюсь, EveryBuying, ну Kulikul, Banggood, если не ошибаюсь, у них тоже есть такая система. Но эта система общая, она будет работать со всеми магазинами, которые за рассылку дают купоны. За подписку на рассылки. Вот сейчас никакого окошка не открывалось. Ну, мы уже зарегистрировали email. Итак, открываем новую вкладку в режиме incognito. Нажимаем одновременно Shift, Ctrl, N. Еще раз повторяю. Одновременно нажимая Shift, Ctrl, N, мы открываем новую вкладку в режиме incognito. И в адресную строку браузера набираем адрес магазина. Название сайта магазина. И смотрим, что сейчас происходит. Вот так вот. Открылась страница GearBest. Subscribe and get coupons worth $50. То есть подписывайтесь и получите купон в $50. Тут уже пишите ваш мейл, который не зарегистрирован в системе. И нажимаете subscribe. И после этого проверяйте вашу почту.
вы получите 10 поинтов. Это 50 центов скидка и 10 купонов по 5 долларов. И вот так, в этом ничего сложного нету, просто нужно зарегистрировать новый мейл и все. Вот и все, друзья мои. Если, давайте попробуем, у EveryBuying есть такой или нет. EveryBuying. Вот, у них тоже есть такой субскрипт. Подписывайтесь на наши новости и получите купон 10% от заказа. Это интересно, с какой? More coupons worth once successfully registered. Registered receive extra hour EB points. Вот та же система действует и тут. Заходите в режим инкогнито, открываете сайт, главную страницу магазина и подписывайтесь на новости, получайте купоны. Это общая система, работает со всеми магазинами, которая дает купоны. Купоны людям, которые подписываются на их новости. Все. Это все, что я вам хотел сказать и обучить. Вот такая вот хитрость. Желаю всем приятных покупок онлайн с честными продавцами. И под видео, в описании под видео, есть интересные ссылки на кэшбэк-сервисы. Зарегистрируйтесь, если вы не пользуетесь сервисами кэшбэк. Всем пока, до свидания. Не забудьте подписаться, поставить лайки. Дизлайки я не люблю, помните это.